Вітайте наших наступних ранкових гостей. Це художниця Світлана Юрєва разом зі своєю донечкою. Доброго вам ранку. Доброе утро. Ну і дійсно, я говорила про те, що сьогодні будемо говорити про квіти, але вони будуть в такому вигляді, як картини у нас сьогодні, які ви малюєте у техніці акварель і вчите цьому інших жінок, можливо, не тільки жінок. Саме уроки акварелі зараз проводите для всіх охочих. Де, як, коли можна взяти участь в них? Уроки акварелі ми почали... Вот тебя уже показывают, смотри. Уроки акварели спонтанно у нас получились с моими подругами. Они увидели у меня в Фейсбуке такую картинку вот с розами, с желтыми, которые у меня получились на день рождения. Такой букет. И вот такие замечательные розы получились на бумаге. Так как вопросов было много, письменных, как ты это сделала, пришлось немножечко выйти в онлайн и сделать, ну, так скажем, показ поэтапности, как работать в акварели. Уже в интернете я показывала такой мини-урок, на что девчонки и мальчишки все писали: давай выходи вживую, в реальность. И мы теперь встречаем утро понедельника с акварелью. И вы знаете, это очень здорово, потому что настроение настолько заряжает на всю неделю, что хочется улыбаться каждому прохожему. И цветы рисуются, и другие варианты рисуются, но... І з цими помічниками ми теж рисуємо. До речі, де проводяться ці уроки? Де саме уроки? Уроки у нас проходять благодаря арт-студії над Коко, второй этаж Коко. І, власне, ці уроки є платні. Эти уроки по-разному. Это для друзей. Это для друзей. Мы вот собираемся в понедельник для друзей. Угу. Поэтому всех приглашаю, приходите, посмотрите, а вдруг вас за это заинтересует. Для хорошего настроя, для отримання життєвої енергії. Може бути. До речі, з 8 по 22 березня, якщо не помиляюся, у місті Вишгороді теж працювала галерея, майстерня, так, художня подорож. І вона була цікавою. Чим і чому саме місто Вишгород обрали? Вишгород. Замечательна хазяйка галереї Ксюша. Ксюша пригласила мою виставку снов к себе в Вишгород. І ми... Обычно я не їжу за снами, вони їздять по Україні самостоятельно, і Львов, і другие города. Но Вишгород она меня зазвала, так скажем, потому что долго мы с ней списывались, созванивались, и я приехала посмотреть ее галерею. Вы знаете, меня очень сильно удивил вот такой вот интересный, я бы сказала, европейский подход, потому что у нас маленький город, провинциальный, Вишгород еще меньше. И такие галереи, как у Ксюши, наверное, наше будущее, потому что выставочный зал, это понятно, это центр города, это большая проходимость, но есть масса других мест, даже не мест, а есть потребность людей в более закрытым местам. Вот в Вишгороде они сделали галерею в высотном доме на втором этаже, в бывшей квартире. И заходя в эту галерею, нужно одевать вязаные тапочки, снимать свою обувь. И ты через 10 минут чувствуешь себя абсолютно дома. Тебе уютно, так. Наливают чай, кофе. Твои дети сидят занятые всякими делами, рисуют. Скоро мы пойдем домой. Зараз мама рассказывает. Смотри, какие колесики там интересные. А ну, пойди пощупай. И меня, честно говоря, очень сильно этот подход удивил и завлек. Хотелось бы, конечно, попробовать это в Херсоне. И сколько вот друзей мне звонило, киевлян, которые приехали туда, в Вишгород, все, ну, настолько, даже киевляне в восторге, потому что реально чувствуешь себя дома. Люди имеют возможность и рисовать одновременно, и посмотреть эту галерею, и просто посидеть, пообщаться. Есть релакс-зона. Мне кажется, что за вот такими новыми подходами, новыми людьми, да, в сфере культуры будущее. Угу.
Ну, власне, це цікаво багатьом, і чому би ні, чому не випити чашечку кави, навіть з якоюсь майстринею не спілкуватися віч-навіч. Там дело в том, что там сходятся вот такие вот люди интересные. Мне даже это напомнило какие-то 20-е годы, потому что мы пока сидели, давали мастер-класс тот же, да, по акварели, там, по тушью, как работать. Прибегали дети, это было 8 марта, все друг дружку поздравляли, заходили соседи, заходила каскарка водна, со своими книжками, со своими детьми, рассказывала, как писать сказки и так далее. Очень интересно. Ну, такой семейный уголок, можно так сказать. Ви надихнулися, то чому би не впроваджувати такі зустрічі нового формату і тут, у нашому місті, в Херсоні. Які картини там представляли? Королівство сну чи щось інше було? Так, да, там поїхала виставка Королівство сна. Не всі роботи влізли в галерею. Они остались. Вони у вас поповнюються буквально кожного дня. Стопочкой для тех, которые сильно-сильно хотели посмотреть, они лежат у Ксюши. Для желающих можно, конечно, посмотреть. А так очень душевно, хорошо получилось. Ну, зараз працюєте в акварелі, чи стане це виставкою колись? Кстати, по поводу акварели, вам маленький подарочек. Вот такой, это наша гостиница 1 мая, такая вот двухминутная замалевочка вам спасибо на память. Это, да, это новое такое увлечение, можно сказать, акварельные пятна, в которых мы вот буквально вчера находили весну, зажигали, привлекали с девчонками весну к нам в город, потому что уже хочется тепла, хочется красоты, поэтому мы вчера буквально рисовали такие вот акварельные весенние пейзажи. Я думаю, что это, конечно же, перерастет в выставку, потому что любой труд, он должен быть показан на осуждение, нет, наверное, на то, чтобы люди все-таки заряжались вот этой красотой, потому что все хорошее настроение мы вкладываем в бумагу. Угу. Поэтому выставку ждем. Як часто, наприклад, дійсно кажете про те, що люди можуть по-різному ставитися до вашої творчості, зокрема, що чуєте про свої картини, про акварель, про королівство сну, в основному, які відгуки? Ой, благодаря Фейсбуку имею возможность часто читать отзывы. И я думаю, что это очень классно. Мы переходим на тот уровень, когда, слава богу, нет границ в мире. Благодаря интернету, благодаря таким инновационным моментам. И читаю... Ну, в основном, честно говоря, хорошее я читаю. Ну, бывают такие моменты, вот по поводу тех же роз, когда рисовала, то не ту бумагу взяла, то не так сделала. Это классно, потому что среди 1500 просмотров только 2 таких отзыва, что не ту бумагу взяла. Я думаю, что это очень хорошо. И если ты на выставке не можешь посчитать, вот на реальной выставке, ты не можешь встать и считать, так, один зашел, второй, третий, то в интернете ты имеешь возможность в этой галерее своей, да, можно так ее назвать условно, посчитать, сколько человек сегодня видело твою публикацию. И это очень здорово. Мне кажется, что это без вот таких вот моментов художнику уже сегодня нельзя жить. Он должен отслеживать, интересен он сегодня или не интересен, актуальные вопросы или не актуальные. Мне кажется, что сегодня нашим людям немножко не хватает красоты вокруг и веры в то, что добро все-таки оно победит. Надо их немножечко утром будить с хорошими словами, с хорошими картинками, чтобы они заряжали нас вокруг, чтобы добро росло, увеличивалось, умножалось. Поэтому мы будем стараться это делать. Тим паче, якщо це ранок понеділка і урок акварелі, чому би не відвідати, надихнутися хорошим настроєм. Спасибі вам величезне за те, що завітав до нас зранку. Спасибі тобі за теж за дуже велике терпіння, яке проявила наша малеча в студії. Якісь ранкові побажання, Светлана, так и творче для всех. Я думаю, что пожелания, они будут всегда одни. Я вам всем желаю, чтобы вас окружали любимые люди вокруг, добро, и как можно больше отдавайте добра. Тогда вы добро встретите обязательно.
З добрим утром! Доброго ранку вам бажала сьогодні художниця Світлана Юрєва разом із своєю донечкою. Ранок на Скіфі триває, залишайтеся з нами.